управления военного округа после совершения 450-километрового марша вчера в 23 часов сосредоточилось на полигоне Раевский. Войска... Авиационная группировка Черноморского флота частично введена, переброшена в рот. Совсем другие команды, совсем другая работа началась. Они начали смотреть штатную технику, не держать вот эти самые, так сказать, то, что оказывается, там майор у нас управляет один, который дает команду на все это дело. С майором переговорили, майор говорит, да, значит, 300 метров, я вот им буду давать команду. Вот, а если ниже, то... Ну, это то, что вот сейчас я пробую, на строительство числа там будет. Он стал ближе. Нет, здесь вот. Там просто на нас идет течение такое, что стало. Не, работает. Все работает. Брунчик даже завис. Сидел, то есть сидел, понятно, командующий, министр, там был